Аузу биллахи минашайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приносим вам свои соболезнования в связи с гибелью госпожи Фатимы Захры, саламуллах алейха, и приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3. Хотим продолжить серию передач, в которых мы рассматривали роль госпожи Фатимы Захры, саламуллах алейха, в истории всего человечества с точки зрения ислама. Для этого мы пригласили в нашу студию вновь уважаемого хаджата ислам валь-муслимин шейх Курбана. Ассаламу алейкум, шейх Курбан. Алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Уважаемый шейх Курбан, мы уже множество передач обсуждаем на то, какую роль играла госпожа Фатима саламуллахи в истории и какой она вклад внесла. И вы объяснили рассказали о том, каким образом люди смотрят на это, через какую призму они это видят историю. И есть более глубокое понимание, что вы тоже начали разъяснять на предыдущей передаче. Хотелось бы с того момента продолжить. Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи ррахмани ррахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. Вассалату вассаламу аля сейдил анбияй вал мурсалин, ва аля алихи тайбин ат-тахирин аль-маасумин, ва ланату ддаимату аля адаихи маджмаин, иля кьяум йаумиддин. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ3. Мы здесь коснулись вопроса в разъяснении данной темы, коснулись вопроса света Бога, о котором неоднократно говорится в Священном Коране. Свет Бога и противостояние тьмы этому свету, противостояние тьмы, которая знаменосцем которого являются неверие, являются неверные, неверия, имамы неверия, руководители и лидеры неверия. И важнейшими и опаснейшими из них являются, то есть наиболее влиятельными и значимыми с этой точки зрения, являются та группа людей, которые утверждают, по крайней мере, на словах, утверждают об истине. На словах являются сторонниками этого света, сторонниками учения его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. То есть, другими словами, проще говоря, опаснейшими из них являются лицемеры. Лицемеры этим и отличаются, что его слова с его деяниями, с его целями, с его намерениями расходятся. Это лицемер. Здесь есть разная дифференциация лицемерия, разные степени лицемерия. Есть лицемерие, которое не наносит вреда, не наносит серьезного вреда, я бы сказал, исламу человека. То есть он является мусульманином, даже внутренне является мусульманином, является верующим. Но есть лицемерие, которое степень лицемерия, где уже человек является противостоящим этому свету, свету Бога, противостоящим его цели, его намерения, его действия, служат тому, что направлены на то и требуют того, чтобы этот свет Бога погас. И в связи с этим мы, говоря об аяте Священного Корана, где Всевышний говорит о своем свете и приводит пример своего света, это всего лишь пример, потому что были люди, которые, допустим, приходили и говорили, что здесь Всевышний в этом аяте Священного Корана имел в виду, то есть в суре Нур, когда Всевышний говорит «Аллах нуру самавати валь ард, мэцалю нурихи ка мэцалю мишкат фиха мисбах». То есть Бог – свет небес и земли, его свет подобен лампе, в которой есть светильник, свет имеется. И далее продолжение аята. Некоторые люди приходили, что здесь имеется в виду, и им непорочным приходилось им объяснять, что здесь Бог не говорит о лампе как таковой, и так далее. Он приводит пример. Масалу нурихи кемишкат. То есть пример его света
это самая лампа, яркая освещающая лампа. И эта лампа, и когда мы видим, что в этом аяте, и согласно толкованию имама Садыка, алейхиссалату вассалам, уподобляется Фатиме Захре, саламуллах алейха, это говорит, как мы уже неоднократно подчеркивали, о невероятной роли в сохранении, о невероятной роли ее светлости Фатиме Захре, саламуллах алейха, в сохранении этого света посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, света ислама, света Бога, которые хотят потушить неверные о ее роли. И здесь мы видим две разные стороны, как мы уже говорили, опять-таки неоднократно, это внешняя сторона и внутренняя сторона. Мы внешняя сторона, на внешней стороне на самом деле можно очень много сказать, очень много примеров привести, но и мы говорили о некоторых сторонах этой внешнего проявления этой роли ее светлости Фатиме Заз-Захра, саламуллах алейха. Но я приведу один пример из самых достоверных, самых принятых, всего лишь один пример из самых достоверных и принятых сборников хадисов среди большинства, среди суннитов, в суннизме. Да? То есть это Сахи Бухари, который считается полностью от начала до конца считается достоверным. То есть предания, они, все предания, которые приведены в этой книге, они принимаются безоговорочно. И этому посвящено множество трудов, они все об этом утверждают, твердят, что все они, все эти предания принимаются. Обратите внимание, мы говорим, прежде чем цитировать, процитировать эту книгу, давайте уточним, что мы хотим объяснить в общих чертах. В принципе, те телезрители, которые нас смотрят с самого начала, они уже должны какое-то представление иметь, что мы хотим сказать. Мы говорим, что есть лицемерие, которое хочет потушить этот свет Бога. И этот свет сохраняется посредством, свет Бога, свет ислама сохраняется посредством непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, непорочных имамов. Как сказал имам Садык, алейхиссалату вассалям, в достоверном предании, «Ваби ибадатина убидаллаху азза ва джалла, валявляна ма убидаллах, посредством нашего поклонения совершается поклонение Богу». То есть, если бы не их поклонение, не было бы никакого поклонения. Здесь на самом деле речь не идет о человечестве. Речь идет о творениях как таковых. Потому что они являются светом, как сказано в Священном Коране, «Аллах нуру самавати валь арды». Они являются носителями этого света. Носителями этого света для небес и земли, для всех творений. Творений как земных, так и небесных. И поэтому их поклонение – это то поклонение, посредством которого, если бы не их поклонение, не было бы никакого поклонения Богу. И не было бы совершенства как такового. И не было бы творения как такового, потому что цель творения – это поклонение. Если бы эта цель не была бы достигнута, то, конечно же, Бог не создал бы. И таким образом, именно поэтому мы в некоторых преданиях обнаруживаем, что все абсолютно создано Богом ради его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, ради его непорочного семейства. Почему? Потому что Бог создал творение, как сказано в Священном Коране, чтобы они ему поклонялись. А если бы не они, то никто бы не поклонялся бы. Поэтому первой целью в созидательстве Бога, в создании Бога, в творениях являются они. «Валявляна ма убидалла». Если бы не мы, никто бы не поклонялся бы Богу. Они являются носителями света. Но то движение сакифы, движение халифов, которые пришли после его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они попытались этот свет потушить. Они попытались оттолкнуть от руководства, от управления, от какого-либо влияния. И на самом деле на протяжении этих всех лет, на протяжении этих почти полутора тысяч лет с возникновения ислама, с уходом, с момента ухода из жизни его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они не просто стремились к тому, чтобы не допустить этих людей к власти. Они стремились к тому, чтобы всяческое их влияние лишить. То есть обратите внимание, многие имамы из непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, были убиты в довольно-таки пожилом возрасте.
и ничего не предвещало того, чтобы они пришли к власти. Не было такого. Например, обратите внимание на его святость имам Садыг, алейхиссалату вассалам, на имам Багр, алейхиссалату вассалам, на имам Саджад, алейхиссалату вассалам. Что самое важное, имам Саджад, алейхиссалату вассалам, не вел такой образ жизни, чтобы этот образ жизни привел к его к власти. Нет. Его святость имам Садыг, алейхиссалату вассалам, так же, как и последующие имамы, имам Хади, алейхиссалату вассалам, они влияли на общество не через управление этим обществом, не через правление этим обществом, не через то, что они владели каким-то государственным аппаратом. Нет. Они своим присутствием влияли. И поэтому это движение Сакифы пыталось всегда лишить их влияния, лишить их действия. Потому что вне зависимости от того, что делали эти непорочные имамы, находились они у власти, как Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, или нет, как имам Саджад, алейхиссалату вассалам, они всегда распространяли этот свет разными методами, да. Разными способами. Именно этого они боялись. Они не просто боялись, как нам кажется порой, что они придут к власти. Нет. Это не было их целью. Это не было единственной их целью — не допустить их прихода к власти. И с учетом этого, обратите внимание, это Сахих Бухари, издательство Шарикатуль-Кудс, 2014 года, первое издание. Здесь в книге достоинств подвижников, в главе, в 12 главе под названием «Манакибу Карабати Расулиллах, саллаллаху алейхи ва салям», достоинства родственников его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, на странице 751, хадис под номером 3713. Здесь это очень короткое предание, 3714, очень короткое предание, где всего лишь одно маленькое предложение. Говорится, «Анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи ва салям, каля, Фатимату Бадатун минни, фаман агдабаха агдабани». Фатима, саламу Аллаху алейха, является частью меня. И тот, кто разгневал Фатиму, разгневал меня, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. А как мы знаем из множества источников, гнев его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, является гневом самого Бога. То есть, другими словами, тот, кто разгневал. Это не простые слова. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, не говорит бессмысленные, пустые, науду биллах, слова. Это слова, имеющие глубокий смысл. Это не просто так сказано. Не говорит он по своей прихоти. Да, то есть то, что произносит посланник Аллаха, это откровение не с посланием, он ничего не говорит по своей прихоти. И поэтому здесь мы не можем какой-то из-за того, что альтернатив... она была дочерью. Да, например из-за этого. Какое-то там толкование пытаться как-то оправдывать и так далее. Тот, кто разгневал Фатиму, саламу алейха, разгневал посланника и, как следствие, разгневал самого Аллаха. Шейх Курбан, мы прервемся на большую паузу, на эту ноте, иншаллах, вернемся. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию.
Уважаемые телезрители, мы прерываемся небольшую паузу, до которой зачитали хадис о том, что гнев Фатимы Захры Саламу алейха является гневом Аллаха, конечно, через цепочку. То есть это является гневом пророка, гнев пророка является гневом Аллаха. И шейх Гурбан, хотелось бы продолжить обсуждать этот хадис, так как вы его прочитали, перевели. Да. Этот хадис также содержится и в книге Сахи Муслим. То предание, в котором нет никакого сомнения, нет никаких разногласий. Это то же самое издательство Шарикатуль-Кудс. Издание 2014 года, так же, как и Сахи Бухари. И здесь мы обнаруживаем то же самое предание. Страницы могут отличаться, правильно я понимаю? Да, от издательства к издательству, конечно, отличаются. Это 906 страница предания под номером 2449. 2449 – это книга достоинства сподвижников, потому что если мы говорим название книги и название главы, то это не отличается от издательства к издательству. То есть мы видели в Сахи Бухари, это предание было в книге достоинства сподвижников, в главе, посвященной достоинствам родственников его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в Сахи Муслиме. Это также книга достоинства сподвижников и глава, посвященная достоинствам ее светлости Фатимату Захра, саламу ла алейха. 2449 предание. И самое первое предание в этой главе говорится «Фа иннама ибнати, бадатун минни». «Воистину моя дочь является частью меня». Дочь. И речь идет о Фатиме Зухра, саламу алейха. Юрибуни ма рабаха, ва юдини ма адаха. Расстраивает меня то, что расстраивает ее. Причиняет мне боль то, что причиняет боль ей. То есть это мы видим. И в следующем предании также иннама Фатима бадатун минни юдини ман ма адаха. Фатима, саламу алейха, является частью меня, и то, что причиняет ей страдания, причиняет страдания мне. Это истина, в котором нет никакого сомнения у мусульман. Но обратите внимание, это Сахи Бухари очень коротко. То есть мы говорим о том, как ее светлость Фатима Тузахра, саламу алейха, это довольно-таки на эту тему, и об этом мы можем довольно-таки долго говорить, но это очень такой простой, и короткий и понятный всем пример. Это Сахи Бухари, то же самое издательство Шарикатуль-Кудс, 2014 года, первое издание. Здесь в книге, посвященной военному походу, военным походам, то есть военные походы его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и в главе, посвященной битве Хайбер, походу на Хайбер, здесь имеется предание, довольно-таки длинное, подробное предание, но я зачту всего лишь один очень небольшой отрывок из этого предания. Это предание под номером 42-41, 42-40 и 42-41. Итак, здесь передается от Аиши, супруги его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это страница 852. Говорится, «Анна Фатима, алейхи ассалам». Это, кстати, сам Бухари это пишет, алейхи ассалам. Это не мои слова, я читаю, как здесь сказано. «Анна Фатима та, алейхи ассалам». То есть это мы видим, что алейхи ассалам, саламу Аллаху алейха, это сунна. Потому что мы видим, что это, то есть мы сегодня очень часто сталкиваемся с тем, что почему вы после имени Фатимы или после имени Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, говорите салам. Ну, ведь это относится только к пророкам. Ну, это уже нужно спрашивать у таких людей, как Бухари, Муслим и другие выдающиеся и принятые авторитетные ученые Ахли Сунны. Здесь Фатима говорит о том, что... Здесь, прошу прощения, Аиша говорит о том, что Фатима, саламуллах алейха, отправила к Абу Бакру в тот момент, когда Абу Бакр стал халифом, людей, чтобы они потребовали у него вернуть ей
ее наследство. Мирасаха. Тас алюху мирасаха. То есть она требовала у Абу Бакра свое наследство, от, оставшееся от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть фадак, да, имеете в виду? Фадак, да, здесь имеется в виду фадак. Но не только фадак, мимма афа Аллаху алейхи биль мадинати ва фадак. Из того, что было даровано Богом посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медине и фадак. То есть она требовала это. Вама бакия мин хумси хайбари. То, что осталось из хумси хайбара. И далее здесь говорится о том, что Абу Бакр сказал, что я слышал от посланника Аллаха, что мы, пророки, не наследуем, а то, что от нас остается, является благотворительностью, является милостиней. То есть он отказал, проще говоря, он отказал. И сама Аиша об этом ясно, недвусмысленно говорит. «Фааба Абу Бакр». То есть Абу Бакр наотрез отказался что-либо вообще из этого «ядфа ашейен», что-либо вообще отдавать Фатиме, саламу алейха. И далее, на что я хочу обратить внимание и на чем я хочу сконцентрировать внимание. «Фаваджадат Фатимату аля Аби Бакр фидалика фахаджаратху». «Ваджадат аля Аби Бакр ваджада аля». Мысль «шахсин» означает «гадаба алейхи». Это в словарях можно смотреть. То есть «ваджада аля», «ваджада», когда используется с частицей «аля», означает «гнев». Ее светлость Фатима Тузахра, саламу алейха, была разгневана на этого человека, на первого халифа, была разгневана на него. И в этой же книге мы видим, что Ее гнев – это гнев посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это, конечно же, в глазах мусульман, даже если мы сегодня видим людей, группы людей, ученых и так далее, людей, которые называют себя учеными, если видим, что они стараются всячески скрыть эту истину или же исказить ее, толковать как-то иначе, это на самом деле такая большая глупость. Когда люди приходят, это предание, говорят, нет, это не имелось в виду, что она была разгневана на него. Или приходят, придумывают оправдание тому преданию, которое мы ранее зачитывали, что гнев ее есть гнев посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Пытаются здесь оправдание найти. Не тем самым унижают пророка. Да, как-то ограничивают речь его светлость посланника Аллаха своим собственным желанием. Пытаются навязать ему этому свое собственное желание. Но несмотря на все эти абсолютно бесполезные старания, бесполезные, потому что мусульмане рано или поздно эту истину поймут. Эту истину и ложность этого учения, которое возникло под навесом Сакифы, ложность этого учения доказывает именно ее светлость Фатима Тузахра, саламу Аллаху алейха. Она для всех будущих поколений дает понять, что это за движение, что это за люди, что они из себя представляют. Они есть люди, на которых разгневан его святость посланник Аллаха. Что может быть яснее? Как еще яснее человек может донести до других, до мусульман, до верующих, может донести, что это ложное учение. И то, что они принесли исламу, это есть тьма. Та тьма, о которой говорится в священном Коране неоднократно. Как еще можно это донести? И этот довод, и это доказательство ее светлости Фатима Тузахра, саламу Аллаху алейха, это ее поступок, это по-настоящему свет, это то, что разрывает и разбивает на куски эту тьму. فَوَجَدَتْ فَاتِمَةُ عَلَى أَبِي بَكِرِ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ. Она не просто на него обиделась, не просто فَوَجَدَتْ فَاتِمَةُ عَلَى أَبِي بَكِرِ, не просто разозлилась на Абу Бакра, ее светлость. فَهَجَرَتْهُ. Она отдалилась от него, отвернулась от него. فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِيَتْ. И не общалась с Абу Бакром до тех пор, пока не покинула этот мир. И
Если мы разберем всю совокупность достоинств ее светлости Фатима Туз-Захра, саламулла алейха, из самых достоверных источников, мы обнаружим, что это просто позор. Это позор движения Сакифы, это позор первого халифа. Это невероятно сильный удар. Тот такой сильный удар, что даже его светлость Али-бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, никогда не наносил по учению Сакифы такого удара, как нанесла ее светлость Фатима Туз-Захра, саламулла алейха. Когда мы обнаруживаем со слов Аиши, супруги посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, когда она говорит в достоверном предании, это приведено в Мустадраке Хакима Анишабури, где она говорит, что никогда не видела более правдивого человека, чем Фатима, кроме ее отца. Это чьи слова передают? Это слова Аиши. Аиша говорит, что я не видела никогда более правдивого человека, чем Фатима, кроме ее отца. То есть самым правдивым человеком в глазах Аиши был посланник Аллаха, и после него Фатима Туз-Захра, саламулла алейха. Здесь она требует свое наследство. Она доказывает, она говорит, это мое наследство. Это говорит самый правдивый человек. И здесь, в противовес этому правдивейшему из людей, этому невероятно достойному человеку, достойной женщине, госпоже женщин рая, первый халиф говорит, что нет, пророк не оставляет, пророки не оставляют. Кто? История, вера, мусульмане, верующие, как они рассудят между этими двумя людьми в будущем? Да, мы на протяжении этих лет скрывали истину, на протяжении этих лет как-то толковали, оправдывали и придумывали разные мерзости, чтобы избежать того самого решения, которое здесь ясно и двусмысленно напрашивается. Здесь мы видим противостояние. Фатима Туз-Захра, саламулла алейха, говорит, что это мое имущество, требует вернуть. И я хочу подчеркнуть, потому что это очень важно. И кто-то может подумать, что здесь Фатима Туз-Захра, саламулла алейха, это делала ради имущества. Это ни в коем случае не так, абсолютно не так. Она превыше того, чтобы быть привязанной к мирскому, к имуществу. Она именно делает то, о чем мы говорим. Она сводит на нет всякое светлое лицо этого движения, этой власти, этого лицемерного движения, движения Сакифы, этого учения Сакифы. Она сводит на нет любой авторитет. Всяческий авторитет этого. Она этим занимается. Потому что мы обнаружим на протяжении ее жизни невероятные достоинства, невероятный отказ от мирского. И в Священном Коране об этом имеются аяты. Например, в суре «Человек». В суре «Человек» в начале этой суры говорится о достоинствах, о том, как она отказывалась, будучи голодной от еды, отдавая эту еду нуждающемуся. И Всевышний восхваляет это достоинство, это качество в ней. Как мы можем решить теперь, что? Как мы можем рассудить, что это было ради имущества? Да будут они прокляты, эти языки, и отсохнут они, те, которые, и те умы, которые хоть как-то предполагают это, что она это делала ради имущества, а Абу-Бакр... ради ислама. Ради ислама и ради мусульман, ради чего-то светлого. Нет, Фатима Туз-Захра, саламулла алейха, не ради мирского это делает, она делает ради этого света, ради света Бога это делает. И она опозорила Сакифу и сторонников, и последователей. Открыла их истинное лицо. Мы сегодня закрываем, мы можем закрыть глаза, уши и так далее. Но вера, верующие люди во все времена, через этот путь, через эти поступки ее светлости Фатима Туз-Захра, саламулла алейха, будут находить истинный путь, будут находить свет. И свет этот, свет Бога, будет жить, живет и будет жить еще большее сияние, яркость среди людей обретет со временем через действия ее светлости Фатима Туз-Захра. Она не разговаривала с ним до тех пор, пока не умерла. وَأَوَشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ سِتَّةَ أَشْهُرْ فَلَمَّتْ وُفِيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا Алиюн Лейлан. Она жила после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, 6 месяцев. И когда умерла, была похоронена ночью. Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, похоронил ее ночью. Валям юдин биха Абу Бакр. Не сообщил об этом Абу Бакру.
не дал понять. Это дочь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Единственная дочь его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ва салля алейхи ва кана лия. То есть мы здесь мы видим, что ее светлость правдивейшая из людей, достойнейшая из людей после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, о котором очень много сказано со слов его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И часть из этого мы прочитали сегодня. Да. Кто причинил ей боль, тот, на кого она разгневана, на того разгневан его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто причиняет ей боль, причиняет боль посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что еще здесь? Это внешняя сторона той роли, которую сыграла ее светлость Фатимату Захра, саламуллаху алейха. Эта роль является невероятным светом. Если мы посмотрим на историю, величайшие люди и умы, и ученые прошлого через это приходили к свету Бога. Отказывались от этого, от этой тьмы сакифы. Спасибо, Барам Шейх. Итог тут напрашивается само собой. Какой итог должен человек сделать, увидев эти хадисы? И, иншаллах, на следующей передаче мы разъясним другую сторону. Это спасибо большое, что приходите и разъясняете эту важную информацию. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые телезрители, а на этом мы с вами вынуждены попрощаться. Иншаллах, на следующей передаче мы продолжим обсуждать и переводить хадисы, которые принимаются всеми мусульманами, и разъяснять их, и тогда вы сами сделаете итог для себя. А на этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.